Здравствуйте, друзья, я Дмитрий Тюхтяев, и мы снова в студии Альянс Медиа. За прошедший год мы сняли для вас достаточно много видео про новинки, про различные модели оружия, а также снимали очень много различных тестов, даже очень необычных тестов. У нас появилась в наших видео новая рубрика «Тест-драйв», и вот это вот общение с вами мне очень импонирует. Мне нравится отвечать вам на вопросы, отвечать на ваши комментарии. Я думаю, что вот эта связь между нами, которая произошла в нашем контенте, очень современная, очень интересная. Разговор и общение тет-а-тет, с глазу на глаз, конечно же, намного интересней. И у нас появилась с вами, друзья, замечательная возможность сделать это. В этом году, в октябре месяце, с 10 по 13 октября в Москве, в Гостином дворе, пройдет международная выставка, единственная выставка такого рода в России. Называется она Arms and Hunting 2019, оружие и охота 2019. И я вас всех приглашаю к нам на стенд, стенд C30. Постараемся показать вам то оружие, которое вам интересно. Специалисты компании «Альянс», я лично расскажу вам про любую модель, которая вам нужна. Обращайтесь ко мне непосредственно, я расскажу про эту модель, разберу ее, прокомментирую все, что вам будет интересно о ней. Будет представлено достаточно много различных единиц, это больше 150 штук. Сегодня в студии мы специально для вас приготовили те новинки, которые мы уже представляли, какие-то нет в этом году. И начну я с того, что у нас представлена на этом стенде продукция компании «Хуглу». Это газоотводный полуавтомат «Верон Спорт» вот в таком исполнении «Блэк». Дальше вы видите спортивную модель HT14, тоже в исполнении «Блэк», черной ствольной коробки с регулируемым гребнем приклада и регулируемым затыльником. Уже давно полюбившаяся нам модель инерционного полуавтомата – это «Хуглу Ренова» в калибре 12x76 в исполнении «Блэк Синтетик Ред» с красной ствольной коробкой и гайкой цевья. Также модель «Курковая» с предохранителем, горизонтальная, в калибре 12x76. Называется она HRZ. Тоже очень интересная. Советую подойти и посмотреть ее, подержать в руках. Газоотводный полуавтомат в таком тактическом исполнении в расцветке хаки. Модель называется Хуглу XR7. Тоже интересная модель. Уже полюбилась нашим подписчикам, нашим зрителям. А также новинки и модели от компании ЧЗ. Это ЧЗ Брно Комбо. Комбинированное оружие со стволом, верхним стволом 12x76 и нижним 38 винчестер. Модель совершенно новая. ЧЗ 557 Eclipse. Мы про нее обязательно снимем отдельное видео. Не буду вам полностью про нее рассказывать, но вот это новинка. Также целая серия, новинка, которая у нас уже представлена в наших видео, это мелкашка ЧЗ-457. В данном случае ее представитель здесь у нас висит на стенде Match Target Rifle МТР в калибре 22LR. Представлены у нас на выставке будут все модели этой новой серии ЧЗ-457, и вы сможете познакомиться с ними, я вам о них тоже подробно расскажу. Также здесь представлена новинка в серии моделей ЧЗ-455. Это мини-снайпер в калибре 22LR, покрытый покрытием Soft Touch черного цвета. И ЧЗ-557 Lux 2 в прекрасном исполнении в орехе, вот с такой интересной ложой. На столе у нас лежит модульный карабин от компании Strasser из Австрии.
Это Штрассер RS14 Evolution в стандарте с такой вот эплевидной ручкой и адаптированной вствольную коробку и планка Вивера. Также мы покажем и расскажем вам про модель пневматического оружия. Для любителей пневматики, я думаю, что она будет очень интересна. Эта модель называется Effecta PX5 Pro от компании Хуглу из Турции. 5,5 мм калибр с большим баллоном для воздуха, с регулируемым гребнем приклада и совершенно новая модель оружия, которая еще не представлена у нас. И я о нем, естественно, сниму, мы снимем про нее отдельное видео. Это ЧЗ-527 Warmint Barrel Action. Такая ложа в ламинате, очень интересная, очень удобная, эргономичная, с регулировкой длины приклада затыльника с нажатием на вот эту кнопку, а также с регулировкой гребня щеки тоже с нажатием на кнопку. И самое интересное, я про эту модель, естественно, вам расскажу более подробно в нашем видео, в будущем, и закину удочку, что здесь сделано... Такая уже совершенно современная вставка бединга из алюминия. И более подробно я расскажу про нее в нашем следующем видео. Также на нашем стенде будет представлена, естественно, вся линейка оружия от компании ЧЗ из Чехии. Вся линейка гладкоствольного и пневматического оружия от компании Хуглу. Мы представим гладкоствольное оружие от компании Силма из Италии. От компании Пиета из Италии мы будем показывать вам уже полюбившийся нам нарезной карабин Пиета Хронос в калибрах 308 Винчестер и 30.06. Также обязательно будет открыто наше знаменитое ателье Штрассер, и все модели Штрассер тоже будут представлены. Еще раз хочу вас пригласить на выставку в Москву, в Гостиный двор, с 10 по 13 октября 2019 года. Выставка называется Arms and Hunting 2019. Наш стенд C30 будет представлен широко, и вы сможете пообщаться с нашими специалистами, специалистами компании Allianz и лично со мной. Также я обещаю вам, что на этой выставке мы снимем еще несколько роликов, которые будут рассказывать, естественно, о наших новинках, о нашем стенде, о нашем оружии. А также мы постараемся показать вам все новинки, которые на этой выставке будут присутствовать в этом году. До встречи на выставке. Всего доброго.